Скажите, пожалуйста, как давно вы живете в Кемерово? Я здесь жил с 2012 года, у нас вообще все плохо. Сейчас здесь сделали пиар-код практически. Мы как бы против пиар-кодов. Не, ну да, как бы это, видите, для телевидения как бы такое нежелательно говорить. Ну, понятно. Давайте как-нибудь по-другому, блин, не знаю, вот у нас бюджет как бы выделенный есть. Вот как бы это. Сейчас обстановка вот эта с QR-кодами, как вы к этому относитесь? Плохо. Нет, подождите, вы должны наоборот сказать, хорошо, я вам для этого дал как бы бюджет. Как вы относитесь к QR-кодам? Я как бы отношусь нормально. Нормально это как? То есть вы не против? Да, я как бы не против. А как это поможет нашему населению? Ну, помогло бы, если бы избавились от коронавируса. Мне кажется, никакого коронавируса как бы нету. Нет, вот это, понимаете, это для телевидения, и нам надо, чтобы вы картинку эту создали, то, что вот с QR-кодами хорошо, у нас все нормально, все прекрасно. Потому что вот сверху посмотрят, и как бы неохота, чтобы у нас были проблемы, да и у вас тем более. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к QR-кодам? Ну, как бы я согласна. Согласна что? Ну, чтобы были QR-коды. А QR-коды чем нам помогут? Ну, меньше, может быть, заряжаться будем коронавирусом, так и далее, прочее. Ага. То есть у вас у самих есть QR-код? Да. Как вам вообще вот сама жизнь в Кемерово? Нормально. Ну, я с работой тоже как бы напряг, но так нормально, в принципе, у нас. А с работы у вас какой напряг? Ну, что мало платят. А, глядите, тут тоже маленькую поправочку сделаем. В Кемерово средняя зарплата 50 тысяч. Можете сказать то, что вы зарабатываете 60? Скажите, пожалуйста, как у вас обстоят дела с работой и какой у вас заработок на сегодняшний день? На сегодняшний день 25 тысяч зарплата. Нет. У нас средняя, видите, 50, и нам надо, чтобы вы сказали 60. А. Скажите, пожалуйста, как у вас дела с работой и какой у вас заработок на сегодняшний день? Ну, 60 тысяч нормально как бы с работой. А то, что вот шахты вокруг строят, как вы считаете, это воздуху вредит? Конечно. Нет. Это должно не вредить. То есть вы скажете, что нет, все нормально, это же далеко от города. В принципе, как бы далеко от города, нормально должно быть все. Ага. Давайте я скажу, как вы относитесь к кемеровской власти? Вы скажете, я люблю кемеровскую власть, и с улыбкой, типа, хорошо то, что, не знаю, там, к нам пришел Цивилев. Да. А как вы относитесь к кемеровской власти? Хорошо, как бы, хорошо, что пришел к нам Цивилев, как бы. Вы как-то не искренне. Давайте еще раз попробуем, прям подзакатываться попробуем. Как вы относитесь к тому, что к нам пришел Цивилев? Как бы нормально отношусь, что пришел Цивилев, сменилась власть. Как бы лучше стало. Хотел бы узнать у вас о жизни в Кемерово. Ну, в Кемерово я здесь родилась и выросла, всю жизнь прожила здесь. Но сейчас с коронавирусом вообще народ в угол загнали. Ни в магазины без QR-кодов никуда не зайти. Так, у вас QR-кода нету, да? Нету. Так, глядите, мы просто для телевидения, то что нам надо сказать, то что у вас есть QR-код и как бы все нормально у вас. Хорошо? Ну, вот видите, это же опять неправда, зачем это все снимать? У нас как бы бюджет выделен. Ложная информация. У нас как бы бюджет выделен. Получается, нет, спасибо, не надо, вы меня не купите. Нет, ну нам надо для статистики. Вам надо, а это вот потом все ложь, что-то по телевизору показывает, даже давать ничего не будет. Понятно, спасибо. Эй, пацаны, можно сотку у вас? Да. Так, давайте тогда это... Еще что-нибудь. Сотку дам, да, и вы будете говорить то, что, ну, нам надо. Давай. Да не, можешь после того, как скажу вообще. Да ладно уже. То есть... С Новосибирска переехал, и меня все устраивает. А почему переехали? Ну, потому что, ну, жизненные обстоятельства. Ага. Так, а можете сказать на камеру, то, что переехали сюда именно... Ну, мы это вырежем, то, что я вам сейчас говорю, как бы объясняю. Мы это вырежем. Скажите то, что переехали в Кемерово из-за того, что тут чистый воздух и доступное жилье. Иван, скажите, пожалуйста, почему вы переехали именно в Кемерово? Потому что, ну, мне здесь нравится чистый воздух. Ну, и вообще... Чуть-чуть надо было сказать. Это доступное жилье. А, и доступное жилье, да. Чистый воздух, доступное жилье. Ну и вообще народ нормальный. А сколько зарабатываете, если не секрет? Ну, полтинник выходит. Ну, неплохо полтинник, как бы у нас средняя зарплата там примерно 60. Можете сказать то, что 70? Это сколько вы зарабатываете на своей работе? 70. Ну, 70-ка, 75. А вот живете вы где? Там в общагу вам дают рекорд. Да, ну там, ну, работодатель снимает, короче. Для видео можете сказать то, что у вас двушка? Ну, то есть у вас неплохой заработок, то, что вы купили, заработали. Где вы проживаете? Ленина 130. У вас там квартира или жилье? Да. Сколько? Двушка, да? Да. Сами, то есть, смогли заработать? Ну, конечно. Сейчас, вот в последнее время, да, у нас вот в Кемерово, тем более, проблема с QR-кодами. Вот у вас QR-код есть? Давай скажу, что...
Ну, что QR-код есть. Ну, говорите, давайте. Есть QR-код, да. Да, QR-код есть, потому что, ну, в магазины не пускают же без QR-кода. Да. И поэтому, ну, все у меня, ну, в порядке, все нормально. А. Я так думаю. Я недавно, может, еще, ну, скажу. Я еще недавно тут, ну, в зажигалку заходил ваш. У вас. Читательский клуб какой-то? Нет, это стриптиз-клуб. А, не надо то, что стриптиз, это скажите то, что это, ну, пусть читательский клуб будет. Зажигалка, это что у нас в городе? Это... Скажите, пожалуйста, вот вы живете в Кемерово с какого года? Ну, всю жизнь, 1982 как родился. А, то есть вы здесь родились, да? А как вам вообще обстановка, воздух? Да не очень-то сказать, чтобы у нас воздух-то чистый был. Нет, извините, пожалуйста. Ну, просто, ну, с телевидения там будут смотреть. Скажите то, что воздух хороший, чистый. Скажите, как вам в Кемерово живется, как воздух вам? Хороший, чистый воздух, нормально жить можно. А скажите, пожалуйста, если не секрет, сколько вы зарабатываете? 35 тысяч. Так, вот тут тоже можем поправочку сделаем. Как бы по Кемерово средняя зарплата 50 тысяч. Можете сказать то, что 60? 60, вы уже что-то там многовато. Не, правда есть это в интернете статья, то, что 60. У меня было по телевизору. 50. Ну, да, ну как бы мы же вырежем. Просто вы будете. Давайте, мы все вырежем. И то есть. Скажите, пожалуйста, а сколько вы зарабатываете, если не секрет? Ну, 55-60 тысяч. Угу.